Не ВК, простой рейд. Вообще все зергается. Пришел самонаральник. Не, пока бей. Пока побей. Там хапала нету. Он подойдет, потом сничнешься. Так, проверка. Так, Вилаша. Не знаю, сколько ИП дам за ИВК, ну там что-нибудь подумаем. А я что-то не понял, почему 50 попыток? Потому что 50. Подходим, босс сейчас выйдет уже. Я буду на боссе, там не таунти, ничего, пускай все стаки на меня вешаются. И боб тоже не надо никакой ничего не давать. Хотя боб можно, в принципе, когда он умрет. Я, короче, заберу зеленого, который второй вылазит, и который первый, Вилаша. А что, переработали ее, что ли? Кого? ИВК. Не знаю. Там щит добавили на вальках. Не, 5 попыток давали на 25-ку. Не-не. Сколько? 50 всего. 5. 50 было. Ты что-то... Когда было 50? Ребята, слот есть у вас? Нет. А кто это говорит? Польница. Ну если надо что-то, утешение там. Нет, мне не надо, просто я сидел весь РТ и слушал вас, кого там закрывали. А, ну смотрите, сейчас надо помочь. Замену могу, если что, уступить, если что-то надо. Не-не, мне там ничего не надо. Просто. Этот снобль до подбосса подводите, уешьте. И в огне долго не стойте. Стаки не копите. Терсминок выйди с огня. 3 стака накопил уже. Снобль на подбосса. Снобль в подбосса. Подбосса, подойдите с ним и бей. И... На ком он там, блядь, сидит? Три плёха. Плёха, подойди под боссом, блядь. Под босса вон туда, в бок, где милики стоят. Вместе с ним сведите два снобля. А чё вы сдохли, блядь? Ну, в огне стоите. Через минок юзай вставалку. А, Зози, рез и Ляночку. Зози, залей инер. Вот это твой, Вилаша. Следующего вот этого зергаем. Вот этот вылез второй же. Геру и зерга. Я к стене повернул, не знаю там. Могу повернуть, можете встать в угол, милики, чтобы вас не откидывало. Вот где я сейчас стоял, я уже перебежал. Чтоб вертушка вас вот это вот не откидывала. Так. Лаша пробегится. Ну пробегится, наверное. Все, второго червя начинаем бить. Только не сейчас, не поворачивай в рейд, ты сейчас, че? Сейчас я заберу. Ой-ой-ой. Все, я забрал. Сейчас. Я потанчу, короче. Тахет сдох, ладно, небольшая потеря. Кто еще там? Так, агро заново набираю. Все, милики, разбегитесь, раньше наберите, сейчас пока пускай РДД подамажит. Отбегите от босса. Ну пускай там сет же какой-то бьет, там еще ложный нажмешь или кош от этой хуйни. Скоро будет плевок. Он плюет в одного человека, но если рядом с ним кто-то еще стоит, то он попадет на всех, кто рядом стоит. Скоро будет плевок, готовьтесь. Раньше между собой наберите. Стойте, покурите просто, милики. Вот плевок. Ну, блять, я вам говорил покурить нахуй, бомжи, сука. Блять, 5 человек стояли, ну ладно. Энха проебали, энх вставал хуюзы. Кто там еще лежит? А, варпух. Так, добьем. К красным щитам подходим. Вставать будете в этот, в столб. Вот столб, где я сейчас в него стану. Вот сюда будете вставать. Когда босс будет отпрыгивать в центр, вот сюда будете вставать. И просто от него отбегать потом. Вот так вот стоим. И отбегать право-лево. Кто не отбежит, тот пидор. Готовимся, сейчас босс будет отпрыгивать. Ничего сложного, просто стоим вот так в столбе. Вот. Это вы так в столбе стоите. Все, от столба, от черепка отбегаем. Отбегаем. Да ну нахуй, нихуя себе. Давно я такого не видел. Это можно прямо сейчас всем туда встать просто. Можно 500 ИП, блядь, дать за это просто. Чтоб, блядь, никто не словил эту хуйню. Сейчас я немножко отведу.
отверну. Ладно, бейте там, упритесь в стенку. Захиливаем. Я вам в обычку в четверг бегал, и то там словили нахуй. Все, еще раз так же отбежать надо, и все. Останьте нам жопой. Он сейчас меня откинет, блин. Все, просто от черепка отбегайте, он там где-то на маге появился. Таня, у тебя на он 10 кг? Не помню. Есть. Не, я еще за край несу. А кто не отбежал там, вы видели, блядь? Какой бомж у нас там? Так. Кому новогоднее ГП? Два кинжала. Так, Седжу я слышал, кинжалы нужны. Так. Да, найс роф. Да, не падает, хотя бы СВК. Латы на мастерство надо кому-то. Раскидал, короче. Запускайте босса. Давай кинжалы распылю. Я сед ждал там еще. А что, снимите шкуру с этой твари? Уже сняли. Уже. Запустили там? Тут шкуродеров много, да? Запустите, побазарьте с мобом, алло, а, блядь, прием. А есть самые быстрые шкуродеры. Ладно, похуй. Что-то 90к хп уже нету. Ебало какое-то. Похудел, что ли? Походу. Я за рейд целка просто похудел на 5к, ну. О, за квест спасибо. Рыбы я нету. Что? Рыбу. Не, я всегда его в центр ставлю, я там не это. Я говорю, рыбы нету, дай рыбу. А, я понял. Вот рыба. Что-то лапой почесал, такой бах, рыба появилась. Кто-то ливнул, блядь. Хаттабыч, что ли? А, тут перекидывает пати там. Ну, трахтип-дохтип-дох. Захуярил. Ус порвал. Выпала рыба, ебать. Тут, если что, станем ворота, блядь, вся хуйня. Да, ворота, вулкан, свичаемся. То есть забываем про босса, свичаемся. С босса диспелят что, 3 мага и... Не знаю, магов должно хватить. Здесь не успеет шотнуть. Можете диспелить, в принципе, мы, блядь, ДПСа дохуя не берем с этого. Просто за счет того, что мы перестаем ДПСить, мы из-за этого теряем. Первый такой вот мага, слышишь, ну да ладно. Бывает такое, да. Я как-то видел мага 230-го, он 5к давал ДПС. Каждую неделю. Скажу, знаю, что ДПС не вырастет, блядь, от того, что ты спиздишь 5 стаков. То есть от стаков увеличивающих дамаг ДПС не отпрется. Убейте ворота лучше. Сильнее по воротам, чего вы так долго? Они должны уже сдохнуть. Или что, они ХП апнули? Нет. Бля. Так а что так долго, блядь? Сами. Две бабы уже вышло. Бабы под босса и зауешиваем. Что там за лужа в мелизоне? Притон. Милики, отойдите немножко, там лужу, блядь, разлили. Вот сюда давайте отойдем. Черепок захилил. Не вижу захил. 5 хилов, блядь. О, работаем. Скоро вулкан будет. Авилания, готовься себе массакру давать. Терсминок, ну захильте ее. Не бегай так далеко от хилов, вернись сюда, к рейду поближе. Да она сама хил. Треплеха, захильте его быстрее. Все, давай. Прожимай сокру. Вулкан зергайте, блядь, быстрее. Вулкан бейте. Так, вот не зыбка. Скидыш, выбегай.
Дай глыбу, что ли, хуй знает. Дохни сейчас. Убейте это. Захильте черепок. Ну, блядь, по человеку хил не идет. Пиздец, вы, конечно, хилые, блядь, дрочите. Терсминог почти фуловая мана. Кастовать-то будете, нет? Ладно, похуй, добили уже. А чё никто стаки не ворует, но? Ну, не знаю. Прослакали, может. О, вот это самый кайф. Черепок чё, нельзя захилить? У вас пятеро хилы, блядь. Охуеть просто. Нихуя не выпало толкового. На распыл. Так, ну если надо кому-то что-то, то у Холидринка ремень. Что там выпало еще? Топор. Что-то на распыл. И грудак, критхаст, дух. Сила атаки. Меня. Ну, запускать? Да, запускайте и отходите к красному щиту. Вот звезду. Что, тебе топор? Я вот не знаю, блять. Паладин с хуевым щитом работает, нет? Кто знает? С белым щитом имеешь в виду? Да. А я мне уже отдал. Тут, короче, как PvP играем. Все очень просто. Не факт, что, ну, Вилаш Хукмастер, сейчас вам назначу мобов, со звезды будут танки начинать, рейд начнет, это, с кружка, первое будем зергать Лока, вот звезда. Так, значит, Хукмастер, ну, ты в ДД, но ты контролишь ДКшника, квадрат, не давай ромбик. Оковы, ну просто оковы и грипп. Все, пока дай эту хуйню. Так, кто там еще у нас? Дерево, конкретно сидит на дереве. Притон, три изгнания, три страха. И чередуешь эту хуйню. Ну, квадрат, допустим, на общий контроль. А, там ретрик еще, смотри. Ретрик. Алису первую? Нет, не Алису, эту Сирису мы первую. Алису... После звезды. Так, кто там еще, блять? Так, вот рога и Вилаша, это твой будет. Треугольник рога. Потом что, прист похуй, маг похуй. Ну, на маге, на мага крестик поставлю. На маге давай, кто там будет? Энх, короче. Валиант, сбиваем у косты все. И съезжу, сдавай станы по нему. Ну, и ну сдал станы, пошел бить основную цель. По кому? Крестик, нузл чудодей, маг. Так, остальные, кто там у нас? Хапала нету. Ну, Самул здесь еще этот. Ну, уже метки для него нету. Самул, вон, за звездой стоит там дальше. Это, короче, сбивать ему тоже косты. Короче, давай, кто там? Зози, короче, по Самулу даешь вихри. Ну, и там, это, ранник еще стан там пропишешь. Или этот, покаяние с пула. Короче, первое, мы зергаем. Бежит и Вилаша. Примерно зергает звезду. Примерно вот сюда, ну, к центру. И от треугольника уже к рейду, к кружку, гриппает Хукмастер. И потом бежишь своим мобом заниматься. Ты варом, а Вилаша этим. Скажи мне, блядь, кем? Блядь, рогой. Я, короче, возьму на контроль первый вихрь, сдам по Алисе. Вот. И потом по Алисе будут помогать контролем, кто давай... Валфар, будешь ей этот стан настакивать. Ну и потом, короче, Ляночка тоже по черепку фиры кидай. Как зерганете звезду, посмотрим там, кого бить выгоднее там. Поглядим. Все, проверка на готовность. После звезды Лису надо убивать по-любому. Да, да, Лису будем убивать. Ну посмотрим, если она будет далеко, типа... Ну она с кошкой, она проблемная, и у нее рейндж большой атаки. Да, да, ее будем бить. Остальное все контролится. Это, Вилаш, Рар не готовы. Рейд, перебегите в кружок. Все бегите в кружок. Рарник готов, нет?
все готовы, иду давать контроль Алисе, и потом уже это начнете грипать. Все. Все, даю контроль. Все, грипайте Алису. Все, и зергайте. Геру с пула их уярим. Ага, Алиса где это? Да, блять, Алису, вы бьете звезду. Вы сейчас бьете, убиваете звезду. Прием. Все, Алиса Лунопарт, она пока в корнях стоит. Она ни до кого не дотянется. Ну, он дотягивается, ну, захиливайте. Все, Ляночка, это, до Алисы добежишь, ферни ее там. Звезду зергайте, расфиливайте эту хуйню, все. Так, сейчас я стан подпишу. Все, теперь вы звезду бить будете? Вы бейте звезду. Не видно метку, да, что? Было бы всякое залог. Да ходки с нее снимайте, снимайте ходки. Снимайте ходки, да, конечно, блять. Присты, блять, могут снимать. Shadow, Midark, включайте скилл свой. Так, ну Алису надо как-то контролить, блядь. Ляночка, закинь по ней эфир. Мне не хватает контроля по ней. Вы звезду убьете, не расфиривайте всю остальную хуйню. Бейте только цели, звезду. После звезды череп бьем. Все, я перехожу на крестик. Ну, сбивать косты. Расфиривайте все это говно. Грипните к стенке. Убили звезду, бейте череп. Да. Вот череп теперь все бьют. Это все остальное говно расфиривайте. Все, череп бьем. Ай, блять, кого резнуть-то нахуй? Ох, еба. Так. Всех тряпок положила. Букмастер, вставай. Ну потому что, блять, я не знаю, друиды нахуй. Ну вот где? Вы можете контролить то, что не нужно нам сейчас бить? Можете кидать вихрь Зози, Вадикон, Рвист? Я уверен, вы можете это делать. Некому бить. Ну некому. Че, блять, ляжем тогда? Заебись, хули, ложитесь, топайте, ура, дамаг. Пиздец, вот никакого нахуй. Или у вас на панели это нихуя не стоит, или что, блядь? Где игра, блядь? И почему, блядь, так долго вы звезду не били? Пизда, вот объясняешь. Объясняешь, блядь, вы, ну какая-то залупа, блядь. Вы не контролите нихуя, не бьете нихуя, ничего не делаете вообще. Просто так сдохли, блядь. Столько вихрей в рейде, блядь. Где какой контроль, блядь? Почему они сразу-то все в рейд прибежали? Там же, по-моему, по одному вытягивается. Два гриппа делает через всю карту. Ну, потому что нету танка, который будет держать мне, ну, щитом. И у меня есть. Ну так спекайся. Надо же вайпнуться, нахуй, чтобы, блядь, посмотреть, что вот вы в ПВП, блядь, как вы в ПВП вообще не играете? Вы на БГ, когда приходите, там также толпа бежит, блядь. Чтобы бить несколько целей, нужно, блядь, несколько целей законтролить. Кинуть вихрь, корни, блядь. Чтобы фурик шем тебе не подошел, пизды не дал, блядь. Тут то же самое. Просто постояли, ебалом поторговали, и все сдохли, блядь. Так, я в сову спекаюсь. Ранник. Может здесь вообще спекнуться в ПВП. У Вара нет танка? Не надо никакой ПВП, блядь. Надо ты бить. Нам запихни пятого хила. Не, просто ПВП ветки там и сало есть. Кто сейчас пятый? Да не надо нихуя. Кто сейчас пятый хил? Гламурчин, который в восьмой пати. А он тут? Гламурчин, ты тут? Вернулся он. Все, давай треплёху убираем. Я сейчас посмотрю рассеивание еще, как вы рассеивали, блядь. Вот Мидарк рассеял, Шаду рассеял, Треплёха вообще чилил, блядь. Просто а, он умер. Ну так поэтому и умер. Уход в тень надо нажимать, тучку. Все, это... Ставьте шкаф, портуйся там или выйди с инста. Мидарк, Шаду, ваша основная задача диспелить ту цель, которую бьет рейд. Я вот. Понял уже. Чтобы на ней ни одной ходки не висело. Остальные все зергают ее, блядь. Ну, пиздец. Стан дали 5 секунд. За 5... Там за 15 секунд моб падает. Ставь рыбу.
И шкаф поставьте, гламурщина за сумонами. А он... Так, Сириса у нас здесь. Где у нас Алиса? Алиса здесь. Ставьте рыбку. Стоит рыба. То же самое, значит, кукмастер. Этот самый. Кого ты контролил? Вара, да? Короче, на Шокола хукмастер, и в помощника тебе идет Зози. Обновляешь по Шоколу вихрь, три вихря, три корня. Дальше, когда эта хуйня в КД, хукмастер гриппает и оковы кидает. По Тирию работает... Кто там, блядь? Давай, будешь... Равист. Я, чё ты танк у этого не ставишь? ДК, чтоб он кайтил. Ну, этот самый... На тебе кто останется, там будет висеть. Короче, Равист, есть еще ромбик твой. Три вихря, три корня. Потом, если это побежит, если в рейд, чтобы вы знали. Вот треугольник, значит... Треугольник давай мой будет. Три вихря, три корня. И Вилаш в нем сидишь оковами. Так. Прям запомнить, цель нажмите. Давайте зергнем в первую очередь этого... Крестик мага, а потом уже после него звезду будем бить. И кто? Вадикона тебя ни на что не назначал? Ты, короче, по Алисе. Лунопарт. Три вихря. Ну, сдашь там. И кто там? Друида там нету? Кто там сейчас выпал? Сука, не вижу. А, там вот сова. Этот самый притон. После трех вихрей по черепку кидаешь фиры. Три фира. После трех фиров опять Вадикон кидаешь. Так, как мы начинаем? Мы начинаем со стороны креста. Танк начинает со стороны звездочки. На рарника частицы. Щит там одел, беспонтовый. Да, хилы на макс ранжи от него. Либо на вас побегут. Если что, бабл отойдете, отдадете. Если, ну, бабл отдаете, на вас все равно идут мобы. Бежим туда, седжу, валфар, спасать хилов. То есть давать стану мобы. А вот первого сливаем. Крест. Первый крест зергаем. Так, я забыл, кого контролю. Сейчас треугольник выберу, все ли запомню. Сейчас немножко маны еще резну. Ну, короче, мы таргет диспелим. Я шадов. Да, да. Чисто таргет, доски закину, и в основном тупо диспелим. Вы домашние. Все, что не бьем мы в этот момент, все это контролится. Фиры, станы, все да, раздается. Окей, чисто в таргет, окей, я вас понял. Сейчас зергаем крест, потом звезду. После звезды череп. Так, все, даю отчет. Поближе к кружку подойдите все, кроме тех, кто гриппает. Вот второй грипп. Зергаем. Все, Геру фулл ДПС. Зергаем этого пидора. Так, пороги пошел. Быстрее, быстрее по кресту. Дайте фир в эту толпу. Хант ушел к вам. Так, сейчас пороги буду корни давать. Так, сейчас корни нам. Боб, здесь спалите. Здесь спалим. Чё там, крест добиваем? Давайте посильнее по кресту, диспальте, диспальте его. Да, я по КД диспалим. Ебать, я забыл, как это сложно, нахуй. Бля, а зачем вы к ДК подошли? От треугольника отбегите. Всё, пиздец, я бесполезен. Да, ну и похуй. Контроль там есть, кто контролит. Все, дал вихрь по этому. Крестик добили, нет? Блять, почему он... Нет. А почему он захиливается, сука? Зафирьте и бейте его, блять. Диспельте, сука, с него. Я чисто весь бой диспелю. Пиздец, у него ни одной хода нет. Его просто захиливают. Все, я лег. Ну, потому что там пал кто-то, наверное, не это. Ну, я лег. Я понял, нахуй. Я понял, блять. Просто нахуй надо, да, играть. Добиваем крест быстрее. Там пол рейда уже валяет. Я фикс. Я ебал такую хуйню нахуй. Ложитесь нахуй. Это какая-то задумка, блядь. Надо хилов тоже контрить. Тут диспелом не обойдёшься. Вы просто... Да блядь, хули диспел, вы просто не играете, блядь. Ну, пришли, я не знаю, автоатакой там бьете или что, блядь. Никто нихуя не дает, блядь. Рассеивание, вон по итогу Энх рассеивает, блять. Падайте.
Это залупа какая-то вообще, блядь. Били ебаный первый крест, блядь. 5 мультов всего лишь. Мы, блядь, били, блядь. Так и не убили. Ну потому что там пал стоял, но мне кажется, его захиливал. Пал-то хоток нет, он просто флешкой херачит. Ну да. Хули, это же надо каждому мабара сказать, что он делает, нахуй, что ему надо сбивать, на и что нет. Должен быть рога. Ясно, нахуй. Каждому моба рассказывать надо, нахуй. Посади меня на кого-нибудь контролить. Вот пала и будешь контролить. Сбивать паладин. Пинком только свет небес. Чё, зря с мага начали. Заходите. Мага тоже контролит. Там, типа, мага. Да, зря с мага, потому что лок во второй линии стоял. Дальше просто стоял. Заходите, и никогда не покидайте тело, и винс не заходите, когда босс еще не ушел, блять. Вот как только босс исчезает, тогда вы заходите. Релогайте быстрее игру. Вместо 40 минут сейчас будем 3 часа тут сидеть. Начинайте играть как PvP, блять. Играйте. Контроль, блять, и всю хуйню. Выберите цель запомнить, которую вас контролить назначают. А вара танк есть? Не знаю. Он писал, что есть. Вот спекни его в танк, и пусть на магии все сидит, все время на магии. Там у него же станы всякие, сбить костов. Ну спекайся, вар. Замедление там. Чисто он мага бьет. Терсминок тут нет, ты зайдешь? Я захожу. Заходите быстрее. Чтоб маг вообще не отвлекался на наших игроков, вот чисто на нем вар сидит там. Как в ПВП играет, замедляет там, косты сбивает. Пиздец, хуёво они стоят, нахуй. Ну, в этот раз будем... Мы с хода начинать. Будем этого бить, Алису. После Алисы уже Сирису Лока. Сначала череп, потом крест. Так. Значит, тут Ретрик у нас. Звезду поставил. Там шаман хил, походу. Там ш... Да, саму я на Бельноре сижу. А не надо, останется. Это Ретрик, не надо. Это Ретрик, на шамана на хила просто пусть пересядет и все. Вы смотрите, пока это. Ну, вы потом контрольте, если с меня слетят. Так, сейчас где он там, блядь, не могу найти его. А что, вот ты можешь никого весь... не контролить? Ты не, контролишь. Контролишь, да, этого можешь там кого-нибудь любого, пока не вот, слетит. Я поставил тебе кружок, ты контролишь шамана. Вот он кастует хилки, его контролишь. И дальше идешь там бить цель. Ну, дал пинок в КД, дал стан в КД, пошел, побил цель. От КДшилась, пошел, ебанул опять его. Самула также, Ильяночка, там фиряйте. Ну, если вы не будете фирять хилов, мы просто хуй когда убьем. Я бы хук мастера поставил бы на этого, на ДКшку, чтобы он бегал с ним. Там гриппал просто. Объясняю, там, блядь. Замедлял. Аков, не аков. Все, хуй, они все это делают. Объясняю, значит. Звезда это милик, ретрик. Сука, убегаем от него, даем корни, вихрь. Квадрат это вар. От него убегаем, корни, вихрь даем. Выбираемся, распределяемся, значит, друиды, делим между собой вот этих миликов. Тирий, это ДК, дает грипп, от него убегаем, даем корни и вихрь. Так, я буду по треугольнику контролить корни и вихрь, вы себе выберите мобов. Вот, допустим, Вадикон, ромбик, Равист, квадрат, и Бельнора, звезду контролит кто? Зоза, правильно. Друид инвалид там на подстраховке, по хилу, по шоу, по, допустим, по самулу дашь вихрь и дальше хилишь. Первый зергаем, значит, череп, второй крест. После этого уже скажу, скорее всего, или мили какого-то, или по луне три знания, три страха притон кидаешь, если он подойдет к рейду. Если не подойдет, то и хуй на него. Так, теперь все отойдите к этой, к звезде. Танки будут, танк-рарник будет бежать со стороны треугольника. Гриппать будет также Вилаша в центр этого. Черепок, и потом хукмастер звезду, черепок. Все, проверка. Это, а может быть еще пускай шамана, если получится, покидают в этом, в жабу.
Да, это охуенно. Я думаю, вы это контролить начинаете, когда они подойдут в рейд. Я думаю, они кидают, это все делают, блять. Когда подходит в рейд, уже Мидарк с Шадоу сдаете эфир. Да, все да. Все дает счет. С пула не контролите вообще, они, потому что далеко. Вторую притяжка. И зергаем Геру, и зергаем. Все, пал на мне. Быстрее, быстрее зергаем. Сейчас от треугольника, отбегаем, я ему корни сейчас дам. Убегаем, все. Черепок быстрее играем. Убегаем от треугольника, отбегаем. Сейчас корни обновлю. Следующую стерису. Следующую крест, да. Сбейте каст. Ну, добили череп, нет? Да. Все, бьем этот крест. Отбегайте от треугольника, блин, я же говорю. От треугольника, квадрата, от всего отбегайте. Все, крест бьем. Почему маг кастует? Сбивайте косты. Вар, не дала ему кастовать. Все, крест бейте. От треугольника бегите, это рога, он вам пизды даст с одного удара, блядь. Все, дал ему вихрь. Крест быстрее зергаем. Сбейте каст. От треугольника бежим. Все, быстрее добиваем. Следующего. Может рогу? Давай рогу. Это треугольник бьем. Контрольте дерево, я три изгнания, три страха не вижу. Дал ему после этого, после вихря обновить. Треугольник все играем. Всю остальную хуйню контролим. Так, кто там есть? Можете хилов убить. К Шоколу дал вихрь. Надо сначала таких ДДшников снести, которые шотны. Бейте быстрее, треугольник бейте, эту хуйню расфиряйте, дайте эфир. Все, по чудодею дал вихрь, сейчас еще разок дам. После треугольника звезду бьем. Быстрее треугольник добиваем. Добиваем, давай, хуярьте ДПС до хуища. Иди спальте с него. Все, звезду теперь бьем. Всю остальную хуйню расконтраливаем. Звезду зергаем. Вон ретрику корни сейчас дам. От ретрика бегите, блять, от Бельнора. Он без метки сейчас. Блять, сейчас на него метку верну. От звезды убегайте. Не стойте с ним рядом. Так. Вот без метки мага, если что, сейчас бьем. Если кто забыл. Черепок поставил на него. Как вовремя ты сказал? Остальную всю залупу контролим. О, у меня ошибка вылетела. РЛ-те там кто-то. Дайте стрим. Быстренько кто-то дайте стрим и говорите, что делать. Ассист у кого есть, метки ставьте. Ну, зло убейте, череп, череп убейте. Угу. Так. Самула бейте, кружок. Кружок бейте, Самула. Да, кружок. Всю остальную парашу фиряем. Вот этих всяких бельноров, пидора этого. Ферните, дайте ему вихрь какую-нибудь залупу. Пускай они чилят. Расфиряйте эту хуйню всю. Кружок зергайте, сбивайте ему все косты. Дерево в страхе. Вот, все нормально. Кого-то можно после Самула бить. Да всех остальных. Да любого. Просто любого можно. Да, давай этого Антара, который самый тонкий хил. У него там 2 ляма всего лишь. После кружка Антара. Там поставьте метку какую-то на него. У кого ассист там есть. Блять, интересно, РЛ перекинется? Нет, да, вот черепок на Антара поставили. Теперь черепок бейте. После этого на ретрика ставь следующий. Вот Бельнора будем бить.
Несложный босс, просто главное отыгрывать именно свой контроль давать. Вот это вихри, корни, вот эту всю хуйню. Чтобы мобы не могли нихуя сделать. У нас 25, их всего 10, не 8. Все, после. Дерево, дерево. Найс. Дерево, три знания, три страха. После Антара этого. Бельнора бейте, Ретрика. Где он, Бельнора? Да. Вон поставили метку бейте. Остальную всю хуйню фирять. Вон уход в тень нажимаю, у тебя уход в тень без КД. Чтобы на тебя пидоры никакие не бегали. Нажми уход в тень. Он у тебя на какой-то хуйне там. Он еще хуево не прожимается нихуя. Ну все, после Бельнора кто там остается? Дерево, да? Можно или милика. Миликов бейте по одному там. После Бельнора что там? Шокула, например. Да, Шокула убью. А этого дерева также в последнем убьете в знание и страх. Сейчас он бабл нажмет, там мозг диспел. Да уже. А, ну. Ебать, что у тебя на экране за хуйня, нахуй? Вот это пиздец, нахуй. Какая вот это? Ну вот это, да, фиолет. Прям, это типа на мобах, типа, что на них, какой контроль кидают? Ну, пиздец, огромная хуйня, ебать. А, вот это? Ну вот эти квадраты, нахуй, ебать. Вот этот вихрь, допустим. Вот корни, ебать, когда квадрат большой, пизда просто. Это не это. Немного не отрегулировал. Ну все, после шокового ДК. Зато видно, видишь? Ну да, охуеть, пиздец как. А зачем в него кинули? С ума сходит. Блять, а какого хуя вылетел? Я вообще не понимаю. Дом ромбик. Посреди игры взял, вылетел, блядь. Хера, шаман сидел просто чисто на диспелах. Там Рэл перекинулся на кого-то, проверьте. На кости. На там, да. Там обыск. Лут там возьми. Лут White Fury. А, ну ладно. Не, ну пусть на нем будет. Я-то еще не. Я вылетел. А я вот за инстом стою. На себя лут поставь. Да, перекинь на себя. Так, мы сейчас убьем, ты заходи. Не открывайте сундук, заходи. Все, убили. Вдруг сканает, да? Ну, не сканает, но скорее лут. Да нет, почему? Должен. Ты же был на бойсе. Так, ну ОД дали мне. Все, проверим. Не, я лут не вижу, так что открывай, сейчас смотри, что там. Там топовые запы на ханта. Смотри, что там за плащик. С духом? Нет. Ну раскидывай там, просто раскидывай. ПД хаст меткость. Меткость. Зачем паладину с меткостью плащик? Чтоб не промахивался. А, да, кстати. Ну, и надо кому-то. Плащ на Авелане, так. Ставлю рыбу. Запы надо кому-то. Ешьте рыбу. Так, мы с Вилашей будем точить босса. Нужны те, кто сверки половит. Что там, рарник половишь, пока ты в танке? И то еще. Рудринг, наверное. Или хукмастер, смотрите сами. Это параша никому не надо. О, вот эти тапки закинь. Ни у кого. Бутфорты закинь, кожаные. Вдруг пригодится меткость собирать. На кота или там куда-нибудь, или на мишку. На тебя? А, ну не закинется, наверное, мне. Все, похуй тогда. Я шел у тебя. Да. Все забрал. Все забрал. Так, ну давай тогда. Кто половит сверки? Рарник и второй, кто еще? Кто лидера передал? Отходите к воротам. Все свальки выйдут. Давай, я спекнусь. Давай.
Так, значит, с пула я танчу это, я под черный, Вилаша под белый. Когда, короче, будет меняться, мы вальками с тобой поменяемся. Я возьму цвет белый, ну когда надо будет, и чтобы видеть, что рейду, и мы вальками свичнемся. Объясняю, кто под черный, тот бьет вальку с белыми крыльями. Ты поменяй. То бишь звезду, да. Кто под белый бьет Эдис. Вот. Если босс на меня будет, я там с пула роги там и на пул дадут, у меня будет берсерк, ты, Лаша, с меня не таунти, пускай он меня не убьет. Вот, а когда на ДД сорвется, то уже тогда заберешь свой кружок. Так, значит, Рарник, да, вот с этой стороны лови. Когда перебежим, будешь между этими хуйнями ловить. А Хлюдринг с этой стороны лови. А когда перебежим, с той стороны, где звезда, будешь ловить. Все, значит, на пул на Войда. Так, а что у нас по хилу? 5 хилов, да? Имейте в виду это... Ладно, нормально. Имейте в виду, готовьтесь. Стойте так, чтобы вам удобно было взять эту белую хуйню и поменять цвет. И когда меняете цвет, меняйте цель, которую били. То есть под черный вы бьете звезду. Когда меняете, бьете кружок. Все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Все, погнали. Ебать, лагает. Так, сейчас в рейд не пускаем белые. Если рейд поменять цвет, то не пускаем черные, соответственно. Если вместе сверки летят, то дамажите, то есть не пускаете и тот шарик. Не рискуйте. Но по возможности, если одна сверка летит, которая бафает. Вот два белых. Все, смотрим. Спецспособность 7 секунд, готовимся. Смотрим внимательно, какая будет способность. Пизда, такие лаги у меня, секунда. Нормал. Все, это уже бьем, все нормально. Так, ну надо будет сбить каст, сбейте каст. Нормально. Следующее будет либо тоже под черной будете, либо придется цвет менять. Ну готовьтесь, то есть. Вот, если надо будет рейду менять цвет на белый, то сразу черные начинайте ловить, не пускать в рейд. Спецспособность 7 секунд, готовность, давайте, готовьтесь. Так, смотрим. Берем белую и бьем кружок, быстрее. Дайте Геру и быстрее по кружку. Я это, теперь кружок таунчу, ты стаунчишь звезду. Ну, больше, готовьтесь. Больше. Каст, быстрее, готовьтесь. Ясно, нахуй. Что у нас, бомжи в рейде или что, блядь? Или вы цвет не можете поменять? Перебегаем, нахуй. Ебучие бомжи, блядь. Перебегаем сюда. Вы не поменяли цвет, наверное, или что вы делали? Дрочили, блядь. Хэлла, ставь тотем. Шаду, гим на ману. Так, я теперь держу кружок, твой звездочка. Сейчас рейд находится под белой. Ловите черные, напоминаю. Вот под белой все нормально. Касуется белая воронка. Просто захиливаем танков там никого. Следующая либо тоже белая будет, либо на черную меняем, готовимся. Там воронка черная будет. Сейчас посмотрим. Может щит на эту повешаться. А, подожди, да, сейчас же было, да? Мы меняли, поэтому... Этот, берем сейчас черную. Я забираю звезду, ты кружок заберешь. Готовим сейчас это. Черную берем, сейчас все с черной стоят. Да, точно, две белых же были способности. Сейчас с черной все, да, может, захиливаем. Они не рандомные? Все, нет, они... Два дается, и следующая будет. Вот, сейчас черная воронка, захиливаем. Вот, а теперь воронка прошла, теперь перебегаем к светлой, потому что следующая может быть либо светлая, либо темная. Ну, способность, в смысле. Так, давайте бьем. Вот сейчас будет либо щит на звездочке, который мы бьем, либо другая способность, что придется белый цвет брать. То есть готовимся.
Ну это уже сейчас 10 секунд, мы уже добьем 3 ляма, 2 ляма, добивайте быстрее. Что-то она прям 3 ляма очень быстро снеслись. Ты ой, ДПС ой, видел? Сферы повышают урон. Не, я понимаю. Не знаю, что-то на мне лута нету, я хуй знает, я не вижу лут. Нахуй лидринг забирай. Что там выпало? Там посох четкий. Забирай. У нас на кота. Что там выпало? Тринки нету? Нет, договор, ноги, латные, на фурика. Забирай всю эту хуйню. Потом, если кому надо, себе. И пояс. Я пока. Брида. Я пока запущу. Не знаю, наверное, или релогнуться надо, или что-то сделать. Эту хуйню, блять. Будут некому распределить, что ли? Я думаю, что страшно. Ну так-то да. Ну, все же свои. Не, конечно, есть такие, кто не отбежал от ледяного рева. Ну, что поделать. Кому надо, что-то. Ты забирайся. Если надо, скажите там все у этого хульдринка. Короче, сейчас вторым танком кто будет? Вот и Вилаша будет два жука. Ты уходишь, Хукмастер? А, ладно. Давай. Так. Кто танканет? Рарник, да? Или хулидринг. Надо будет два жука потанчить. Кто там в рейд есть? Какое-нибудь тело. Треплёха. А чё там, нормально держится? А в одного танка два жука. Да. А, подожди, не так. Как мы били-то? По одному жуку? А, два жука. А, у нас два приста. Сейчас нихуя трудность будет. Смотрите, Dark Shadow. У вас есть две стороны, лево-право. Лево-право распределитесь. И будут выходить четыре жука. Дальние жуки ваши. По ним и кидайте оковы. Поставьте на удобную кнопку. А ближних жуков забирают танки. Подводят под жопу босса и там и зергают. Приоритет убить жуков. Сначала жуки, потом босс. Сначала жуки, потом босс. Кто спекнется в танк? Рарник или Хулидринг? Так, Хулидринг. Бог в танке сейчас. Все, вы в танке. Ну, мы три танка. Так, тогда Рарник дамажит. Кто там есть на замене? Треплёха тут нет? Сколько у нас там вообще в Диси? Да хуя людей, заходите. Кто-то один слот есть. Давай. Так, Шадо, ты где будешь? Вот. Короче, мне жуков двух штук держать. Нет, у вас ну, два. Давай. Вас давай два, я вот да. У вас два танка, и вы держите по одному жуку, да. Понял. Вот есть сторона, значит, вот слева звезда и кружок. И вот справа, значит, ромбик и этот, и треугольник. Вот, значит, босс стоит вон там, вот там под боссом сферу разольем. В одно зарывание будем стараться перевести, то есть сильно дамажить надо стараться. Вот, значит, ближние, то есть ромбик и звезда, соответственно, это тоже танки распределились, кто с какой стороны. Вилаша, допустим, с этой стороны, а ты с другой. Полный шкаф поставь. Вот, распределите стороны, чтобы вы не путались. Пристыми, ну, да. Ну что, он Переплёха сейчас придет, третьим будет, что? Ну, не, я здесь поставлю, короче. Не надо, слушайте внимательно. Ходят жуки, и мы их убиваем. Внимательно слушайте, что вас просят делать. Вы контролите дальних жуков. Вы распределились направо-лево. Midark с Shadow. Это ваше. Вот, я у ромби, у звезды стою. Там стоять не надо, стой поближе к боссу, вот здесь примерно. Когда появляются жуки, ты поворачиваешься и даешь контроль. Вот примерно он вот тут вот на подходе. Ну, типа. Когда, короче, на дальних жуков я по КД и слушайте, вот внимательно. Нет. Слушайте внимательно, вот смотрите, выходит жук, 4 жука, ромбик берет какой-то танк, который с этой стороны, вон там Иглаша стоит, он ведет его под босса и бьет, ты смотришь на это все и бьешь. Убивается этот жук,
Ты своего жука, который законтролил в шаклах стоит, ты ему кидаешь какую-то чуму, блядь, и он начинает бежать, и Вилаша его берет с тебя. Понял. То же самое с той стороны происходит. Вся эта залупа заводится на лед и там убивается. Вот. Я танчу босса. Попробуем что. На закопке. Ну, я не знаю, знаешь, как сделаем. Так, напомните, сколько он на земле? Минуту 20, вот я таймер сейчас включу. Минуту 20 он на земле. Первые жуки на 10 секунде выходят. Вот. На минуте 20, я вот таймер включил, он будет зарываться. На минуте примерно. Как там по жукам будет, не знаю, кто. Рарник, наверное. Возьмешь. Я не знаю, убьет босс тебя или нет. Блять. Чего? Босса увести, отвести. Что ли? Да, увести босса. Я водил. Ретрика. Все, значит, возьмешь примерно с центра комнаты, вот где портал луковский, отсюда стаунтишь и побежишь туда, к этой, к паутине. У нас есть паутина, есть круг, где босс стоит. Вот, наша тактика, значит, босс оттуда будет идти шипы, у нас есть эти паладины, значит, первый боб будет кидать рарник, второй холидринг, ну а третий там... Где-то на 10 секунде, да? Третий давай Вилания. Нет, не на 10, на минуте, минута таймер отключи, с пула босса таймер включишь, и на минуте 20 он закапывается, на минуте таунтишь и уводишь. Вот я там... На какую минуте? У меня таймер зарывания же есть. Ну, не знаю, по таймеру там... Там секунд за 10 вроде уводили. Не за 10, раньше надо. Оно убьет, если раньше. Да-да, если я уводил, у меня... Ну, я выбегу с этой... Ты мне дашь этот самый... Фридом, я выбегу со льда, ты заберешь, проведешь полкомнаты, и я потом подбегу и заберу, проведу дальше. Нет, главное, чтобы ты не переагрил, когда я переагрил. Ну, я не сразу переагрю, когда ты полкомнаты проведешь. Все, остальное, бегать от шипов, ну и на переходке, когда минуту босс зарытый, мы этот самый... Это, у нас же три боба, бопа. Пять. Блять, вот чем ты слушал? Пять. Уже все сказано, кто бопы дает. Бля, я отсутствовал, когда я бопы. Первый рарник, второй холидринг, третий Вилания, гламурчик четвертый. Смотрите, и самое главное, когда босс минуту зарытый, все, помимо того, что от шипов один человек бегает, все остальные бьют скоробеев маленьких. Все, значит, готовность. Посмотрим, как... Постоянно кулак бафнут пополам. Кто на боссе? Войд. Когда боссы, когда мобы подходят под босса, их надо быстро зергнуть. То есть 7 миликов сыщется, все БРДД тоже. Этот, 228 тут, нет? Вот так вот, челики так. Босс, кулак по себе, а? Все, этот, все тут. Готовимся, даю отчет и нажимаю таймер после отчета. 5, 4, 3, 2, 1. Тут сверху разбейте под боссом. Вот, все. Вот, Midark, Shadow, все стоите, делайте свое дело. Вот жуки вышли первые, под боссы подводим. И сразу начинаем их уничтожать. Уничтожаем. Второй жук где? Подводи. Кто там, холидринг или кто? Кто там танчится? Подводите быстрее, его же бить надо. Пиздец. Что это за говно? Я не знаю. Холидринг, ты тут? Я здесь. Вторых жуков ведите уже. С левой стороны забрал вообще-то жука. Это какая-то залупа. Почему вы с разных... Ну, вы не с разных должны сторон быть, а не с одной, блядь. У вас каждого сторона должна быть. Распределитесь сейчас. Почему жук... Ребят, не морозьте жуков. Блядь, почему он в рейде стоит, я не могу понять. Убивайте его быстрее, сейчас следующий уже выходит. Вот, вышли новые жуки. Контрольте. Рарник, через 5 секунд дашь мне фридом и побежишь. Все, секунда. Давай фридом. Все жуков только бьют. Фридом. И таунти босса. Все, я побежал. Сейчас немножко пробегу. Заберу. Босс уходит. Не надо, я уведу. Ну, я заберу, вдруг тебя убьет. А нет, все нормально. Все, секунда, зарывай. Все нормально. Все мобов только бьем быстро. Быстро. Значит, сейчас на кого повешается этот черепок. Встаем рядом с лужей. Выйди с лужи, дайте ему фридом. Быстрее, выйди оттуда, блядь. Вот, отлично. Готовь по нему боб, рарник. Иди дальше. Стой. Вот, все, давай, боб. Стой. Да, блядь, да что ты делаешь, блядь, не делайте никакое говно.
Все, запрыгивай на лужу, нахуй, в пизду. Этих сфер пробивали. Это ну, вообще, да, это мы не обговаривали. Все, черепок, нахуй, смотри. А он сейчас через сферы пойдет, поебать, нахуй. Мы же не понимаем, что это такое. Что сфер всего лишь две, нахуй. Точнее, шесть, блядь. Все, черепок, беги. Хулидрин, готовь. Сейчас другой черепок будет. Поменяется цель. Хулидрин, готовь по нему. Не заходи в лужу. Хулидрин, готовь этот самый. Все, через... После этого боб он уже выкопается. Через 7 секунд. Да, да, да. Что там за хуйня? Что произошло? Все нормально, нормально. Он глыбу нажал. Нахера, блядь. Долго давали, я чуть не отъехал, блядь. Иди, заведи в лужу. Ну, у нас один шанс убить, потому что второе взрывание мы просто им переживем, и все эти сферы попаем. С мобами то же самое. Почему два жука под босса не подводите? Ой, Геру даем? Да, даем Геру. Потому что нам перевести надо босса. Если мы не переведем, мы не убьем просто. Мы хуёво играем очень. Я разбиваю. Второго жуков подводите, вторых подводите. Тот слишком далеко, подводите быстрее. Ну, надо еще и босса перевести. Он будет закапываться Киливами. Через 35 секунд. 30 секунд до взрывания. Сейчас по боссу больше играйте. Хоть и жуки все равно подводятся, но по боссу больше играйте. Надо 15% снести за 20 секунд. Вот, первых два подводите, их потихоньку бейте. Все в босса, фул, больше по боссу даем. Шанса другого убить не будет. Жук почему не в контроле? Дайте ему какой-то фир, блядь. Три жука, они сейчас настакают дохуя. Сейчас я ему стан дам, блядь. Пизда, блядь. 3 секунды? Да. 3 секунды зарывания. Все, перевели. Теперь в жуков свич. Теперь свич полностью в жуков. Про босса забыли. Хилим на половине хп. Метки на фул. Гламурчик себя на фул. Ебать. Проебали танка, нахуй. Все, пизда, очко, говно, блядь. Жуков, потому блядь, что 3, блядь. Блядь, потому что, ну, потому что надо свичнуться в жуков было. И играть по боссу больше, это какое-то говно, блядь. Бегайте тоже, ну, как хуйня, блядь. Вот где челик, где шипы врезались, падайте, ставьте спиной к боссу. Где шипы врезались в эту, скажи мне нахуй, в глыбу нахуй, они, нужно стоять так, чтобы вас, если черепок повешался нахуй, вы не стояли на вашем пути от шипов до вас, сука, не было глыбы ебаной лужи на полу, потому что их всего, сука, 6. Их нельзя, во-первых, их нельзя бить, как вы их убили. Ну, вот эти вот, короче, водикон разбиваешь первую, там, или кто там гриппает, или Вилаша гриппает, ты разбиваешь первую. Остальные сферы никто не бьет, звездопады никакие никто не дает, блядь. Вас просят делать только одно. Бить босса и жуков. Босса и жуков. Распределите лево-право два танка. Распределите оковы. Как только первых двух жуков убили, освобождайте следующих. Их снова подводят. Это все по кругу делается. На взрывание, блядь. Еще раз объясню, блядь. Сфер всего лишь 6. Бопов дохуя. Всего хватает. Все, нихуя сложного. И когда мы сейчас в следующий раз переведем босса на 30%, сначала, я говорю, убиваются жуки. Когда... Контролить жуков, фирять и бить только босса. Я скажу, это лямах на 3 делается. Еще раз напомню, блядь. Сначала убиваются жуки, сука, если кто не слышал. Еще раз объясню, блядь. Сначала жуки, потом босс. Никакой самодеятельности, никакой залупы, блядь. Делайте только то, что вас просят. И тогда будет убиваться все с первого раза. Еще раз. Рарник в ДД. Ну так ты с Эвилашей танк. А, мы с Вилашей? Я не конечно. Знаю. Конечно. Ты что, принял уже, что ли? Я думал, мы с Рарником этих жуков. Жуков, с одной стороны Вилаш, а с другой ты. Только сейчас распределите эту хуйню. Мидарк, Шадоу, поняли, что делать? Да, и мы делали. Все, теперь танки побыстрее к боссу подводят жуков. Все это пооперативнее, чтобы делалось. И по боссу больше. Тамага вообще хуйня, нахуй. Ты тарелку сохраняй на этот, на оковы. Или как это? Все, проверку даю. Нихуя сложного нету. Тут четко хуярьте. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Принимайте. Короче, последний трай, я больше тут сидеть не хочу, блять. Не убиваем, нет, нахуй. Равник кулак. Не хочу тут больше сидеть, блять. Все. После таких слов на соплях вытаскиваю. Этот год хватит, нахуй, я ебал.
Все, даю отчет. Все не, готовы. Не. Ты думаешь, в следующем году лучше будет? Все, поехали. Так, сферку разбили. Только одну. Прием, почему навела шибус? Где сферка? Не вижу, разбитая. Есть разбитая? Нет? Алло, блядь. Ну вот разбейте, вот она летает, сука, над боссом. Равис. Ай, блядь, пизду. Я вообще не могу понять, что это, блядь. Под лед подводим. Блядь, вот... У всех это говно трехслойное, миллионслойное, блядь. Да, 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 да. Рот ебал нахуй. Сбейте кассы, нефть без дайте. Что, смотреть будете, как он кастует или что? Сейчас на ту постараюсь перевести. Я не знаю. Пизду нахуй. Блядь, почему такое говно? Равист, ресы. Вадикон, ресы рависта. Что с жуками, сука? Они почему не могут под босса-то подойти? Потому что их станет, контролят, блядь. До того, как они под босса подходят. Пиздец. Морозят, блядь. Это залупа, блядь. Новая пачка уже вышла, жуков. Эти должны быть убиты. Прием. Вы будете по ним играть? Это залупа. Четыре жука, сейчас смотри, они просто зергнут нас. Нефть небес, дайте быстрее, бейте жуков. Все. Фридом не давал. Бейте жуков быстрее все. Ай, блядь, залупа нахуй. Просто залупа, просто поебень. Вместо того, чтобы играть, вы какую-то хуету исполняете. Я не знаю, блядь, дохуя информации, наверное, для вас. Вот, первый боб, рарник. На ком там, где черепок? Вон он стоит, нормально. Треплёха. Все, хуярьте. А куда ты побежал через рейд? Ебать. Следующий черепок в противоположную сторону ушел. Весь рейд в это время... Да, конечно, они не понимают нихуя, они ж тут не были. Ай, блядь, залупа ебаная. Черепок следующий на кого там повешался? Хулидрин, ну, блядь. Короче, в пизду. Вайпанемся, вайпанемся, нахуй. Нет, блядь, я не знаю, нахуй. Все, в пизду. Я ебал, нахуй. Это просто надо все досконально рассказывать. Зачем мы бегаем? Мы же не знаем, нахуй. Короче, вот 1000 ИП, блядь. Рот ебал просто, блядь. Ебал эту хуйню, нахуй. Говно ебаное. Да я не знаю, сколько сусолить надо. Вы тут не были, наверное, никогда. Не понимаете нихуя, что происходит, блядь. Бегаете, как ебать, как будто, блядь, в очко укусили. Это, как она называется? Оса, блядь, ужалила. Нахуй, нихуя непонятно, что происходит. Падает. Контенту, ребята, 12 лет. Так просто видишь, в него не ходят нихуя. Нет, просто люди привыкли в 25-ке, думают, что вот мы сейчас эти нерубские будут... Кливом заливаться, а то, что у них здесь поляму, хп. Бэкаун, блядь, я АФК ебашут нахуй, вот и все, блядь. Да. Все. Все, просто все, типа. Ну, блядь, больше ДПСит нахуй в этом инсте. Ебаное все, блядь. Кто ДПСит? Забудьте нахуй, удалите его нахуй с компьютера, блядь. Будет там у лидера, там у кого-нибудь еще и у зама, блядь. Все достаточно, нахуй вам личные рекаунты у каждого. Это надо, ну. Сейчас я ебал, сейчас у меня уже час ночи, ну, подходит, ну, за полночь переваливает. Завтра Новый год, всех с наступающим, блядь, всем счастья, здоровья, блядь. Всей хуйни, прям, не знаю, Т5, там, Т6, чтоб вся хуйня выпадала, а там, полироли, там, красный. 99. Да, там. Т1000. Ребят, будет спасибо тебе тоже с наступающим. Ставьте этот портал тогда. Наступающим всем. Да, все, отдыхайте. Давайте, всех с наступающим. Завтра, пусть завтра рейдов не будет.